Более 2 километров рыболовных сетей изъяли сотрудники Центра природопользования и охраны окружающей среды. Накануне они вновь отправились в рейд по рекам Канино-Тимания. В состав инспекции вошла и наша съемочная группа. В Центр природопользования и охраны окружающей среды поступила информация, что вблизи поселка Индиго расставлено большое количество сетей. Туда первым делом и отправилась инспекция. Данные подтвердились, снасти выставлены прямо напротив столицы Тиманского сельсовета. Надзорные органы считают, что это серьезная недоработка местных властей. Поселковая власть, сотрудники, там, по-моему, есть сотрудник полиции участковый. Вот, как-то на это реагируют, все не очень понятно. То есть прямо из поселка видны сети, которые незаконно стоят на пути миграции атлантического лосося и других ценных пород рыб. Но меры никакие не принимаются. Ну, значит, людям легче быть безработными, хотя я думаю, что в поселке работа имеется, но добывать биоресурсы, продажа. Ну и вот так проще и удобнее. Следующая в маршруте деревня Волонга. Одноименная река – золотая жила для незаконных рыбаков. Река полностью перегорожена в нескольких местах. Вот. И не только перегорожена, а сетки стоят в шахматном порядке. Естественно, никакая рыба здесь пройти на нерест не может. Стадо выбивается, просто выбивается стадо. Всем уже. Как оно будет восстанавливаться, это... Вопрос уже другой. На Волонге инспекторы обнаружили место дислокации браконьеров. Палатку со всем необходимым для проживания, едой, сетями. Неподалеку нашли тайник с недавно пойманной рыбой. 17 штук семги и 19 горбуши. Браконьерам удалось улизнуть. Завершающая точка в маршруте – река Черная. Она также является нерестовой рекой. Водоем был перегорожен в 3 местах. Инспекторы выпустили из сетей в естественную среду обитания 2 рыбины-горбуши. Черным рыболовам и здесь удалось скрыться. В устье реки стояла моторная лодка с провизией. Всего в результате рейда было срезано около 2 километров сетей. Рейды будут продолжаться. Алина Вучейская, Роман Делимарский, телеканал «Север», Ненецкий автономный округ.